Здравствуйте, друзья! Я сегодня в салоне автомобиля не один. Да, Анна Леонидовна, наша курганская, а в прошлом алма-атинская девушка. Значит, сегодня я хочу, Анна, задать вам вопрос, который наши зрители задают об американской жизни, поскольку вы есть американская мать и жена. Есть такое. Вот, громче говорите. Так, такое ощущение, что солнышко светит нам тут, понимаешь, на нашу камеру. Куда-то светит, да. Вообще это безобразие. Так, ну-ка, нельзя как-нибудь там закрыться-то, нет? Нет, не получается закрыться. Ну, тогда, значит... Сейчас повернем. Да как же мы повернем? Мы прямо едем. Ну, мы так. Едем в Костко, мы едем за покупками, друзья. Значит, ну, пусть уже будет немножко подсвечивать, ладно. Нам главное, что вы скажете, а не то, как мы с вами выглядим. Да, ну, итак... Вот спрашивают, американцы, как они своих детей прессуют или не прессуют? Разрешаются ли им там всякие вольности, или они должны четко по расписанию, сел за стол, съел до конца, чего дали, того съел. Вообще, вот насколько жестко родители с детьми? Я понимаю, что разные бывают родители. Я только хотел сказать. Да, но вот из того, что вы наблюдали в американской жизни, вы жили... в грубых местах, вы жили в Техасе, в Аризоне, среди реднеков, там, нет? Во Флориде жили среди... Да, Техас вообще было очень даже приличное место, никаких реднеков там не было. Ну, это же образ. Даже образно. Даже образно, хорошо. Вот там, где вы не жили среди реднеков, в суровом Техасе, значит, как там с детьми, родители? Ну, я думаю, что все-таки... менее строго, чем было у нас в детстве. Но мне кажется, это даже дело не в том, Америка или не Америка. Так. Даже в России сейчас немножечко по-другому все-таки воспитывают. Давай я переверну камеру на ту сторону, а то я как-то мне совести гложить. Тем более мы по этой улице что-то давно не ездили, а может вообще никогда не снимали тут, поедем тут. Ну? Так вот, я думаю, что это просто со временем все-таки меняется подход к воспитанию детей и вообще... человечество, оно уже не стоит на месте, то есть, ну... Нет, ну вы глобально там... завернули. Но... А все-таки, как реально происходит? Вот, скажем, принято, чтобы дети... Вот был регламент жесткий, вот, допустим, 9 часов дома, все. 9 часов дома. Ну, например. Да, ну, то, что из того, что я наблюдаю, да. То есть, по крайней мере, у меня муж так своих сыновей воспитывал и... В строгости. В строгости, да. То есть, у них было там четко... 9:30, ну-ка быстро все спать, как в армии. А муж в армии не служил? Нет, но хотел. Хотел. А вот это у него жилка, значит, не, я понял, вот он не состоялся в военном смысле, он на детей перенес. Так, хорошо, хорошо. А девочки, у вас же сейчас девочки? Да, я с ним постоянно воюю, что он все время норовит их построить, там сказать, ну-ка доели все, что в тарелке. А, все-таки есть такое? Есть, да. Еще как. И я постоянно с этим борюсь, но мне кажется, это у меня муж такой просто. Угу. Ну, американец, что же? Ну, а он американец, да, не отнимешь. Но он вырос в очень большой семье, угу. И мне кажется, это у них идет оттуда. Вот у него папа как раз военный, то есть он был и служил и в Корее, там, и вообще. И он, видимо, оттуда из своего детства это как-то перенес. Правильное воспитание. Так. Не знаю, с вашей точки зрения, правильное воспитание? Нет, ну как он понимает его? В его понимании, да, так надо воспитывать, я так думаю. Вы мне знаете, что напомнили? Света моя, она очень любила рассольник. И сейчас, наверное, любит, но в детстве она обожала рассольник. И в детском садике как-то раз ей... Она вообще хорошо кушала, не то чтобы там какие-то претензии к ней были. Но тут дали рассольник, и она его, знаете, смаковала, вот так назовем, неспешно. А в это время начали разносить второе, картошечку пюре с котлеткой, чтобы она тоже с удовольствием бы съела. Но в садике было такое правило, что если кто не доел к моменту разноса второго, так им туда прямо в первое и бросали, в ту же тарелку. И у нее до сих пор вот травма детского, что вот ей, она так смаковала, ей бах туда пюре с котлетой. И в общем... Не насладилась ни тем. У вас нет такого? Нет, нас уже до такого я бы не допустил. Вы имеете в виду в семье? Ну, боже упаси. Так, то есть мы фактически подходим к выводу такому, что американцы, они типа вот всех остальных людей.
Я думаю, что да, да. Я видела всякое. Я видела детей, которые совершенно делают все, что хотят. И видела более... Ну, опять же, мы относимся к той части американцев, которые все-таки... Как-то мы все время и в садик, вот куда мы ходили, там или еще куда-то, мы же относимся к... Как это сказать-то? Поприличнее. Да. К религиозной части американцев, наверное. А у вас муж верующий, что ли? Да, у меня же муж верующий. Да вы что? И, например, школа, в которую мы идем, она будет там какая-нибудь... с хорошими родителями, там, с приличными, которые... Я понял, следят за детьми. Которые следят за детьми, и поэтому каких-то особо разболтанных вещей, таких... То есть это будет частная школа, соответственно, надо платить, соответственно, да, должны быть родители, которые заботятся. Которые заботятся, которые хотят, чтобы дети учились, чтобы они потом пошли в колледж. А вот ваш муж, он же там какого-то протестантского направления. Ну, а дети ходят в католическую школу. Это не нормально так? Ничего, что католическая? А протестанцы, они же нормально, она не совсем, не совершенно, во-первых, не католическая. Так. Так. Начнем с этого. Кто сказал, что она католическая? А мне казалось так. Обычно частные школы, они католические, религиозные, нет? Ну, неважно. Скажу так. Католические школы, они не совсем ценятся как частные школы. Так. Туда идут дети, которые не тянут в public schools в основном. Они, ну, это, я не знаю, у меня такое понятие сложилось, по крайней мере. Так. А... ценятся как раз не католические. А какие? Пусть даже они там при церквях каких-то там или еще что-то, но они, я не знаю. Ну, в общем, там, где дети благочестивые. Мы сначала в русский или как? Мы можем в Коско сначала. Пошли сначала в Коско. Тут русский на следующем повороте, я просто ребятам рассказываю. Так, мне говорят, держите линию горизонта. А как ее держать, когда то камера наклонится, то подставка уползет? Как ее держать, линию горизонта? Ну, какой дяденька с косичкой. Дяденька? С косичкой. Ну, у нас таких много. У нас таких много. Усов задние видно, я что-то не разглядел. Такие же белые. Понял, понял. Так, а с точки зрения вот одежды, например, вот детям как-то навязывают, или как так, прививают какую-то ну, форму одежды, или, ну, или стиль какой-то, или там какие-то ограничения есть? В школах есть во всех, даже в public schools. По... там, например, не носить какие-то там особо короткие юбки, ну это для девочек опять же. Или там есть по цветам, которые какие-то требования в некоторых школах, у нас вообще юниформа. Ну да, в общем, да, в частных школах униформа есть, да, униформа. Я вспомнил, у меня когда дочь ходила в Лос-Алтос Хай, и я там все-таки, ну такое зажиточное место, и я спрашивал, как там дети выпендриваются, или шмотками, или там что там, и она говорит, ты понимаешь, говорит, они бы, может, и выпендривались, но как-то вот выпендрёшь такой, что они ходят в джинсах и в абсолютно белоснежных майках, футболочках. Вот, понимаешь, то есть настолько просто, уже проще вообще некуда. Но белоснежность, она должна быть ослепительной. Вот этой маечки, понимаешь, что так да. Интересно было. Мне ну, очень нравится. Правда, прошло много лет с тех пор. Свежо смотрится, когда да. Маечки белые, да. Конечно, конечно. Тем более на молоденьких-то. Да, да. И на стареньких. И на стареньких ничего. Ладно, значит, отправляемся в Костко. Будем считать, что мы в какой-то мере осветили жизнь американского ребенка. С американской матерью. Так, солнце поменялось. Значит, давайте мы теперь даже так вот будем. Лучше, если мы вот так закончим. Ну, скажем привет. Пока. Пока.